Здравствуйте, я покупательница магазина «Бабаду». Мною был приобретен комплект пособий, полный годовой курс школы семи гномов для занятий с детьми от 1 года до 2 лет. Школа семи гномов – это комплекс занятий с детьми, причем не только с детками от 1 года до 2 лет, а до 6 лет и старше. Очень удобное пособие, красочное оформление. Можно даже представить его как подарочный комплект. Первая книга «Чей-то голос». В данной книге присутствует такой сказочный герой, как гномик, который сопровождает на протяжении всего изучения курса. Гномик приветствует ребенка и предлагает записать в книгу его имя, чтобы дальше начать с ним дружить. Изучаются животные, даны картинки, а также для родителей представлена информация, которую они могут использовать для ведения беседы с ребенком. Курочка, уточка, собака, кошка, поросенок, овечка, лошадка, ослик, гусь, сова, мышонок, лягушка, воробей. В комплекте прилагаются карточки. Так как мы с дочкой уже начали работать по карточкам, я прикрепила сюда кармашек, чтобы карточки не потерялись. Также дана информация для родителей, как работать с книжкой. Прочитав ее, вы можете в совершенстве владеть методикой работы с детками. И с этой стороны. В первый комплект книги «Это чей голос» входит комплект карточек для изучения животных и того, как говорят животные, какие звуки они произносят. Вторая книжка «Большой, маленький». Посмотрим, что она себя включает. Включает рекомендации для родителей, ну и саму информацию для изучения ребенка. Девочка Маша и ее игрушки. Кукла Ляля, кукла Оля. Изучается понятие, как сидит, стоит. Цвета. Машина красная, машина синяя. Мяч. Рассматриваются различные виды фруктов. Понятие «большой» и «маленький». Даются рекомендации детям прибирать свои игрушки. А также в комплект входят 2 пособия для изучения понятий «большой» и «маленький». Это «дом» и «пароход». Сначала представлен «большой дом». Но если мы его согнем, то будет маленький. То же самое происходит и с корабликом. Большой, маленький. Ребенок сам может, играя, осваивать и закреплять данные понятия. Следующая книга «Пластилиновый снежок». Книга предназначена для развития мелкой моторики, то есть для лепки из пластилина. Даны рекомендации для родителей. Представлены задания и сразу панно для выполнения
работы ребенка. Причем потом вы можете повесить на стену, ну и сохранив данные работы своего ребенка. Задание и шаблон для выполнения. Также предложена вкладка для создания игрушки и для работы с пластилином. То есть вам не надо дополнительно ничего разрабатывать, только лишь приобрести пластилин и сразу же выполнять работу прямо в книжке, а можете отдельно убрать листочек. Третья книга «Веселый, грустный». Рассматривается понятие «грязный, чистый», «мокрый, сухой», «твердый, мягкий», «спереди», «сзади». Также дано вкладка. Разрезав картинки, вы можете, используя как лото, закреплять данные понятия с ребенком. Грустный, веселый, высокий, низкий, сверху, снизу, большой, маленький, горячий, холодный. Следующая книжка «Мой дом». Представлены рекомендации для родителей и изучаемый материал. Также предложена вкладка с предметами, которые необходимо будет расположить по данной тематике. Разрезов можете использовать как лото, а также вкладка для создания игрушки «Домик гномика». Склеив, вы получите игрушку, создавая работу прямо с ребенком. Пособие в деревне и на даче. Изучаемый материал. Также прилагается вкладка. Разрезав картинки, ребенок вместе с вами дополняет данную композицию. Представлен изучаемый материал. Вот карточки для работы с книгой. А здесь вы можете создать движущуюся игрушку. А это карточки для изучения цветов, дополнения цвета, которые ребенок может закрасить сам. Красочные иллюстрации. Доступный материал для возраста ребенка 1-2 года. Рекомендации для родителей. Книжка для развития моторики. Рисуем пальчики. Пальчиками. Рекомендации для родителей. Дан образец и шаблон для выполнения задания ребенка. Сразу изучаются цвета. Красный, желтый. На протяжении изучения всего материала данной книжки постепенно вводятся цвета. Вы видите, что используются только 2 цвета. Вкладка.
Рекомендации для родителей. Книжка «Прогулка по городу». Изучаемый материал. Иллюстрации. Вы можете с ребенком создать дымковскую игрушку. На протяжении всего изучения материала сопровождает вас гномик. Рекомендации для родителей. Книжка для изучения формы и цвета. Рекомендации для родителей. Изучение происходит в виде сказки «Курочка Ряба». Вы видите геометрические фигуры, которые дополняются с помощью вкладки. Причем геометрических фигур столько, сколько геометрических фигур в иллюстрациях. Данные пособия вклеиваются прямо в картинку. Развиваем и моторику, и изучаем данный материал. Следующее пособие – книжка и в то же время игрушка. Представлены картинки. В книжке они разделены на три части – голова, туловище, ноги. Разрезав книжку по линиям, ребенок учится подбирать недостающие детали. Открывая одну часть, он получает голову, переворачивая разрезанную часть туловища, он подбирает к слонику туловище, а затем из третьей части подбирает ножки. То есть вы получаете универсальное пособие, забавное в то же время для детей. Ребенок учится находить части. Все перепутано, а ребенку будет интересно найти, где у котика туловище и где у котика лапки. Разрезается по линии. Рекомендации для родителей. Мой первый словарик. В этой книжке даны карточки. В то же время указано количество слов, которые ребенок должен пополнить свой словарный запас, изучая все эти пособия. Рекомендации для родителей. Можно использовать даже как лото. И последняя книжка «Кто это? Что это?». Вновь даны рекомендации для родителей, даны загадки, по которым ребенок должен отгадать, кто это, что это, причем дополнив недостающие элементы, которые представлены, естественно, на вкладках. Ребенок приклеивает, тем самым развивает мелкую моторику, создает аппликацию, отгадывает картинку, пополняет словарный запас. Смотрите, какие красочные иллюстрации. А вот вкладка. Врезая элементы, заранее подготовите деткам, вы дополняете картинку. И часики
ищете циферблат, вырезаете, приклеиваете, отгадывая загадку. Вот и все пособия. Разработчиками школы семи гномов все продумано. Когда ребенок изучит все пособия, ему выдается диплом, в котором указывается фамилия, имя и фотографии ребенка, который прошел курс школы семи гномов.